Ребят, доброе утро всем. Сегодня у нас поездочка на улице 5 января 2021 года, 7 утра. Едем сегодня в Минск смотреть отцу машинку. А машинка это будет Geely Atlas 2018 года, но там пару вариантов есть. Вот такие дела. Едем втроем, я, отец и брат. Ну, будет что интересное, сниму, покажу. Все, погнали. Так, кто здесь у нас? А вот здесь кто у нас в Минск провожает. Так, ну что? Погода, конечно, так себе. Ну и терпимо все относительно. Не греется. Ждем брата. Не греется. Лампочки горят. Все отлично. Сейчас попрем. Ну, тумана нету. Ребят, выезжаем с Минска, съездили удачно. Вон впереди идет Атлас белого цвета, все понравилось. Двойка, бензин на механике, на шестиступке. Машина 18 года, но куплена в 19 году, пробег 49 тысяч километров. Надеюсь, в семье отцу послужит. Дальше сниму про нее поподробнее. Так, привет, друзья. Ну вот, в принципе, тот самый Geely Atlas, которого мы взяли. 18-й год, апрель 19-го, начало эксплуатации. На улице ветер, холодновато, я по-быстрому, так сказать, его сниму. Помыли сегодня. Вот такой красавчик. Пробег, напомню, 49 с копейками, ну уже к 50 подходит. Комплектация комфорт. 2 литра бензин на шестиступенчатой механике. Сейчас вам по-быстренькому покажу.
я нюансы сразу покажу. Но эти нюансы сразу знали при покупке. Первое, это отсутствует вот этот катафот. Но нам его буквально через дня три вышлют по почте. Второе, на 45 делалось ТО, но заменили только масло. Надо менять колодки тормозные. Колодки тормозные заказали, числа 20 придут, будем менять. Тут еще какой нюанс вообще у Geely Atlas, когда колодки подходят, ну, изнашиваются, стоят такие пластинки, это как бы тоже индикатор износа колодок, то есть не электронный индикатор, который на табло высвечивает, что пора менять колодки, но ты при этом можешь ездить их и не менять, пока до металла не дойдет. А здесь стоят пластинки металлические, когда у тебя колодки изнашиваются, они начинают тереть об тормозной диск, издавая очень неприятные звуки. Будем колодки менять, я это все дело покажу. Дальше что? Стоит родная резина, на которой она продавалась, Nokian. Но если задняя резина еще очень даже ничего, то переднюю буквально вот сегодня приобрели, поставили Белшину 225-65R17 Art Motion. Вот. По двигателю проблем никаких, но есть вот такой какой-то звук. Хотя, может, это и нормальный звук, может, это какой-то, ну, ролик какой-то шумит, подшумливает или генератор. Неизвестно. И последняя проблемка. Сейчас покажу. Блях, вот это ветер сегодня. Проблемка вот какая. Так. Вот. Ошибка по датчику давления в колесах. И вот ТПМС ошибочка горит. Ну, я думаю, с этим тоже разберемся. Все посмотрим. Так, вкратце. Комплектация комфорт. Что, есть в принципе все, что нужно. Но нет круиз-контроля. Тоже будем смотреть. Возможно, установим со временем. Посмотрим. Так, в принципе, климат-контроль, подогревы сидений, электроручник, автохолд, ESP, помощь спуска с горы. Все это дело имеется. Магнитола. Тоже, в принципе, такая классная мультимедиа. Климат автоматически стоит. Сейчас я хочу настроечки глянуть, какая здесь система стоит. Версия программного обеспечения больше для себя. Хочу обновить и навигацию установить. В принципе, вот такая панель. Тут, конечно, все нормально сделано. Сейчас покажу. Заднее сиденье. Что понравилось, что подсветка на всех дверях есть. Вот такой салончик, вот такой потолок. Кнопка SOS. Все это дело присутствует. Сзади такая комплектация комфорт. Подсветка есть, такой диван, но нету подлокотника. Ну, в принципе, и нету, и хрен на него. Вот такой салончик. Багажник не сказать, что большой, но и не сказать, что маленький. Сейчас покажу. Вот тут такая шторка, которая откидывается. Везде ковры лежат резиновые. Что в багажнике в этом вообще понравилось, да? Вот, смотрите, сколько тут места. Тут можно... Что хочешь, ниша такая большая, положить что хочешь. Так, дальше смотрите, машина вся обработана денитролом, но совсем щель из нее стекает. Да, кстати, несмотря на не максимальную комплектацию, бензинчик можно 92-й, рулем 95-й. Так, вот, видите, везде она промовилена. Везде. Вот. Сейчас покажу движочек. Блин, посмотрите, капот открыл. Закрыл, сейчас не видно. Сразу показывает, что капот открыт. Ну, круто же. Опа,
выкрыть. Во-первых, газовые упоры тоже все промовилено. Отлично, да? Вот такой мотор, двоечка. Там 130 с чем-то лошадей, один фазовращатель. Вы посмотрите, все пластиком закрыто. Ну это же, блин, это же классно. И закрываем. Вымазали, блядь. Это уже отец все замки посмазывал. Вот эти туманочки, как ходовые огни, работают. То есть вот, свет автоматический. Сейчас покажу. Свет авто. Если, например, вот включаешь вот ближний свет. Да, это мы что, включили? Это авто. Вот ближний, смотрите. То все, ходовые огни тухнут, а загораются у нас линзы. Кстати, свет классный. Свет обалденский. О, бляха, на улице ветер такой холодный, трындец. Ну, в принципе, вот такой аппарат. А, еще что, правда, купили мы на капот мухобойку. Белый цвет, она нормально будет смотреться и защищать от камушков. Есть также подогрев зону дворников, что тоже. Хотя гаражное хранение. Но тем не менее. Вот такая у нас покупочка. Да, вот он, пробег 49705. Ошибка, это горит. Сейчас покажу средний расход. А смотрите, 8,9. 9,1, это не стерто. Да, вот 8,9 литра. Ну, много это или мало, не знаю, но так вот катаемся. Сегодня на нем катались. 120-130. Кстати, что еще понравилось, 120 км в час по трассе ты идешь на шестой передаче. Оборотов 2,450. Но это, конечно, тоже классно. Ну, бляха, ну дизайн, конечно, тут молодцы, молодцы. Здесь у нас подлокотничек, там флешка, розеточка. Вот такие, ребят, дела. Все, спасибо. Тебе не знал, всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я. Ты ничего мне не